Мария и маленький дорогой Аркадий. Вот уже вторую неделю, как я участвую в ожесточенных боях с озверелым вражьим скопищем по защите города Сталина, Красного Царицына и родной красавицы матушки Волги. Чего я хотел, того наконец достиг. Настоящий современный бой. Эта сволочь поганая ежедневно по несколько раз бросает десятки своих самолетов с паучьими крестами и еще хочет замучить завыванием сирен. Не выйдет. Нас не запугать. Мы уже научились разгадывать всю эту нервную свистопляску. И вот уже над нашими позициями 5 самолетов нашли себе конец. В ответ на их налеты наши птички не в меньшем количестве делают приятные визиты на их передний край. Им помогают «Катюши». К ее приятной музыке присоединялся грохот нашей славной артиллерии и минометов. Так что у фашистского зверья ничего не получается. Мы, милые мои, родные, поклялись стоять насмерть. Сталинграда и Волги вшивому бандитскому сброду не видать как своих ушей. Здесь ему поломаем хребет и нанесем смертельную рану. Агония смерти витает над гитлеровскими полчищами. Враг уже выдыхается. Я, как и все мои товарищи, верим, твердо верим в победу. И не так уже важно, что, может быть, мне лично и не придется побывать на победном пиршестве. Но Родина не забудет наши имена. Не забудешь и ты, Мария. И нашего сына воспитаешь настоящим коммунистом. Пока жив и здоров. Письмо из Сталинграда от Виктора Шохова, жене Марии и сыну. Без даты.